Всем привет! Вы смотрите научно-популярный канал QWERTY, а меня зовут Владимир. Я представляю вам очередной выпуск самых интересных новостей науки прошедшей недели. В этом ролике гибрид микросхемы и бактерий на страже здоровья, восстановление нейронов с помощью биогеля, тайна скрипок Страдивари, космические пельмени и многое другое. А завтра в 18:30 по московскому времени легендарный астродед проведет прямую трансляцию, так что не пропустите. В вопросе к прошлому выпуску вы опять проголосовали за тему, о которой практически нет достоверной научной информации, за острие научной мысли, за пересадку памяти. И вот что я вам скажу. Опыты с переносом памяти ведутся как минимум с 50-х годов прошлого века. Один из самых известных экспериментов проводился Джеймсом МакКоннеллом над планариями, плоскими червями. Их обучали проходить лабиринт, а затем разрезали вдоль на две части, из которых получалось целых две новых планарии. И обе одинаково хорошо проходили лабиринт. Тогда МакКоннелл посчитал, что память хранится именно в РНК. И в другом эксперименте начал скармливать кусочки обученных не бояться света планарий необученным, заявляя, что так передаются условные реакции и знания. Но впоследствии никто не смог успешно повторить его каннибальский эксперимент, и научное сообщество практически отвернулось от МакКоннелла. Прокомментировал он это так: «С 1 апреля». А вот распополамливание планарий действительно работало, потому что при обучении у них была задействована вся нервная система, по частичке которой и достается каждой дочерней планарий. Так что долгое время гипотеза о причастности РНК к памяти оставалась достаточно экзотической, и только в последнее время эксперименты над аплизиями несколько пропускают ее вперед. А в целом, чего только ученые не творят с памятью. И стирают воспоминания, и внедряют ложные с помощью оптогенетики, но всех механизмов до сих пор объяснить не могут. А вот подоспела и космическая новость. Мы с вами как-то привыкли, что небесные тела имеют почти сферическую форму. Но встречаются и космические пельмешки, равиольки и манты. Именно так выглядят некоторые небольшие спутники Сатурна. За их изображение скажем большое спасибо Кассини. А сейчас попробуем разобраться, как же их так слепили. Из 62 спутников Сатурна, будто колец ему мало, некоторые, например, Атлас, Прометей, Янус, Пандора, выглядят крайне необычно. У кого-то видны экваториальные пояса, похожие на гребень пельменя или на горный хребет. Атлас выглядит как летающая тарелка. Пан – вылитый пельмень. Янус и Прометей, мягко сказать, не идеальны. Даже довольно крупный Япет вообще похож на грецкий орех за счет кольцевого горного хребта – стены Япета. Считается, что опоясывающий хребет Япета возник после того, как его собственное кольцо, возникшее в результате выброса в космос вещества самого Япета от какого-то катаклизма, упало обратно на спутник. Но это не точно. Одна из теорий, объясняющая такие странные формы, гласит, что на спутнике налипло множество более мелких небесных тел. Звучит почти логично, поэтому астрономы решили проверить эту теорию почти на практике, смоделировав столкновение небольших космических тел с их последующим слиянием. Чтобы в результате аварии получались вышеупомянутые пельмени, нужны два основных фактора. Лобовое столкновение с отклонением не более чем в 10 градусов и скорость примерно в 10 метров в секунду. Пан и Атлас образовались, вероятно, при очень точном попадании двух объектов лоб в лоб. Отклонение в 6 градусов привело к созданию объекта, похожего на Прометей. А больше градус отклонения траектории Каменюк создает тела, которые затем разрушаются под воздействием Сатурна. Экваториальные пояса, как мы видели, формируются за счет вещества самих спутников, выплескивающегося наружу. Япет, кстати, мог образоваться именно таким образом. Такие столкновения в космосе очень редки, но окрестности Сатурна к ним располагают. Из-за наличия колец, из-за практически идеальных круговых орбит, из-за, так сказать, густонаселенности. Просто гениальную по своей простоте задумку реализовали в Массачусетском технологическом институте. Ученые придумали, как анализировать состояние желудка и кишечника в реальном времени, чтобы выявлять заболевания. Без эндоскопа, без этой противной трубки, после использования которой чувствуешь себя каштанкой. В МТИ создали глотаемый датчик длиной примерно в 4 сантиметра, который может определять наличие некоторых веществ и рапортовать об этом на смартфон. Но весь цимес в том, что это не просто химанализатор, а электронная клетка для геномодифицированных бактерий, которые начинают светиться в присутствии следов крови. Кровь говорит о проблемах от язвы до рака, и выявить их своевременно – это практически половина успеха лечения. А модифицировали, конечно же, кишечную палочку, полностью изученный безвредный модель. Модельный организм, который уже давно заставляют синтезировать огромное количество веществ, от инсулина до вакцин.
Датчик проглатывается. Желудочный секрет вступает в контакт с бактериями через полупроницаемую мембрану, а свет от бактерий регистрируется обычным фотодетектором, и сигнал передается через антенну. Так что этот датчик гибридно-биотехнологический, содержит и микросхему, и живые организмы, а батарейки на 2,7 вольта хватает на полтора месяца. Так что можно прогонять этот датчик разово, а можно и подержать его пару неделек в ЖКТ. Устройство тестировали на мышах и свиньях, и в присутствии крови датчик правильно определял многократное усиление светимости. Еще были варианты датчиков, определяющие воспаление, а вообще применений множество. Нужно всего-то уменьшить размеры и понять, сколько бактерий могут выживать в кислотной среде. Интересно, а можно ли сделать такой датчик-таблетку, которая на лету определяет 92-й бензин в 95-м? Вопрос о восстановлении нейронов на данный момент чрезвычайно дискуссионный. Отмершие, например, в результате инсульта нервные клетки и кровеносные сосуды совсем не желают регенерироваться, оставляя рубец. Ситуация похожа на проблемы с регенерацией сердца, которые мы обсуждали два последних выпуска. Но и здесь есть определенная надежда. В Университете Калифорнии опробовали нейрогель, который вводили в пораженные инсультом области мышиного мозга в кратчайшие сроки после повреждения. Гель загустевал и по структуре имитировал мозговую ткань, а также выступал в роли строительных лесов и снабжал окружающие области мозга строительным материалом. В состав геля входили вещества, снижающие воспаление и стимулирующие рост кровеносных сосудов. Через 16 недель гель полностью всасывался, оставляя за собой свежеобразованную нервную ткань с сетью аксонов, пронизанную кровеносными сосудами, и никаких рубцов. Нейронные связи восстановились, а подопытные мыши показали улучшение моторных функций. Что, в общем-то, достаточно удивительно, ведь механизм этого не ясен. Разработчик заявил: или новые аксоны действительно работают, или новая ткань улучшает работу окружающей невредимой части мозга. Конечно, впереди еще много исследований, экспериментов и анализа данных. Надо понять, как обстоят дела с долгосрочным восстановлением. Но если выгорит, то это будет прорыв в терапии инсульта. С тех пор, как на Земле завелась жизнь, эта жизнь постоянно варьировалась. А вместе с ней варьировалась и масса всех живых, а то и неживых существ на планете. Видимо, для того, чтобы понять, каково Земле терпеть эту углеродную напасть, ученые подсчитали массу всей биосферы. Между прочим, это может помочь в построении взаимосвязи и общих механизмов ее функционирования. Авторы статьи утверждают, что современных данных о массе биосферы до этого не было. Однако и сами они не ходили с весами по полям до морскому дну, а проанализировали огромное количество литературы. Учли и географическое распределение биомассы. К тому же подсчеты велись в сухой массе углерода, принадлежащему тому или иному царству живого, то есть без воды и некоторых других веществ. В таком вот аксепте, как сказал бы Модест Матвеевич, масса всей биосферы составила 550 гигатонн или миллиардов тонн. А на человечество пришлось всего 0,06 гигатонны, или 0,1%. В пересчете на углерод мы весим меньше, чем вирусы, чем рыбы, чем моллюски и даже сельскохозяйственные животные. Зато мы смогли обогнать нематод, диких птиц и диких млекопитающих. Долго работали над этим, надо сказать. В лидерах, разумеется, растения, которые весят 450 гигатонн. Это 82%. На втором месте бактерии, да-да, 12,7% или 70 гигатонн. Вы вот их часто видите. А третье место заняли грибы. 12 гигатонн или 2,2%. Но и при таких скромных показателях человек все равно венец природы. Терновый. Нам уже случалось рассказывать о принципах сканирующей туннельной и атомно-силовой микроскопии. К поверхности объекта на расстоянии меньше нанометра подводят тончайшую иглу и считывают воздействие на иглу туннельных токов или механической силы. Но для построения изображения с атомным разрешением и иголка должна быть не патефонной, а толщиной с атом на острие. Такие микроскопы могут не только видеть отдельные молекулы, но и перемещать отдельные атомы. Но есть одна проблема. Существующие технологии заточки не могут гарантировать одного острия у иглы. К тому же, во время использования даже острая игла может затупиться и дать второе острие, то есть второй сканирующий атом. А это плохо сказывается на результатах изображения. Да и манипулировать атомами такой микроскоп уже не в состоянии. Выискивание дефектов и корректировка игл занимает уж очень много времени. Но канадские физики решили эту проблему, используя нейросети. Они взяли тонкую кремниевую пластину, покрытую слоем атомов водорода, причем некоторые связи между атомами были разорваны.
При сканировании эти дыры светятся как прорехи в ткани, когда смотришь на солнце. Логично, что если острие одно, то и пятно будет одно, а если два, то добро пожаловать на профилактику. И ученые обучили сверточную нейросеть искать дефекты, скормив ей 3500 хороших и плохих изображений. Напомним, что сверточные нейросети отлично обрабатывают изображения. Точность нейросети достигает 99%, а сам метод даже позволяет корректировать обнаруженные дефекты. Иглы с двойным острием аккуратно вдавливаются в поверхность пластины 5-10 раз, после чего второе острие буквально отваливается, а игла становится заточенной. Нейросеть, конечно же, следит за процессом. Это еще одна область науки или в целом человеческой деятельности, которую нейросети смогли из рутинной превратить в автоматическую. По словам разработчиков, раньше мы печатали атомами с эффективностью средневековых монахов, переписывающих книги. А сейчас мы получили книгопечатный станок. Скрипки Страдивари, изготовленные аж в 17 веке, до сих пор являются золотым стандартом. Их звучанию подражают все современные инструменты, их копируют мастера. И тайваньские ученые решили выяснить, почему их звучание так приятно человеческому уху. И они провели целое расследование. Современные четырехструнные скрипки появились в 16 веке с подачи итальянца Андреа Амати, который основал целую династию мастеров. Антонио Страдивари, который был учеником его внука Никола Амати, не только усовершенствовал семейную разработку Амати, но и придумал новые инструменты и способы изготовления скрипок. Раньше исключительное звучание связывали с формой дек и отверстий в скрипке, но новые исследования анализируют именно тональное звучание. Руководствуясь высказыванием Франческо Джемиани, итальянского скрипача, о том, что скрипка должна быть соперником самого совершенного человеческого голоса, ученые решили сравнить их акустические характеристики. Для человеческого голоса важнейшей характеристикой являются форманты – диапазоны частот, на которых увеличивается интенсивность звука. Кстати, у женщин речевой тракт короче, чем у мужчин, поэтому частоты этих самых формантов у них выше. Ученые провели сравнение 5 скрипок Страдивари, одной скрипки, изготовленной его сыном, и 9 скрипок других итальянских мастеров, в том числе 2 старейших действующих скрипок. Также они сделали записи 8 певцов и певиц, поющих гласные английского языка. Оказалось, что по частотам форманты скрипки Страдивари больше похожи на женские певческие голоса, близкие к формантам тенора и контральта, в то время как скрипки других мастеров на мужские бас и баритон. То есть, если бы у скрипок был голосовой тракт, то у скрипок Страдивари он составлял бы 16,2 см, а у других скрипок 17 см, что сопоставимо с разницей длины мужского и женского голосового тракта. Также у скрипок Страдивари оказался ярче тембр за счет частот, соответствующих гласным переднего ряда, то есть, когда язык максимально близко расположен к зубам. Как Страдивари добился такого результата, неизвестно. Ученые подозревают в этом некий секретный минеральный раствор, в котором мастер вымачивал древесину перед началом работ. И его секрет, конечно же, утерян. Ну а на этом сегодня все. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте, что завтра в 18:30 пулковский астроном Кирилл Масленников вместе с главным редактором нашего канала Ириной Тихоновой в прямом эфире будут отвечать на ваши вопросы по астрономии. Заранее присылайте вопросы Ирине на почту и, конечно, следите за эфиром. Голосование за самую интересную новость этого выпуска мы разместим на YouTube-канале QWERTY во вкладке «Сообщество». Не забудьте подписаться на нас, а заодно на наш Telegram и Instagram. Если вам понравился этот выпуск, то не забудьте поставить ему лайк. И до скорых встреч. Пока.